Для наших пациентов сегодня мы проводим мероприятие, приуроченное к Дню безопасности пациента. Мы раздаем пациентам сердечки трех цветов, которые символизируют уровень их безопасности. Безопасность пациентов – наш приоритет. Дню безопасности пациента. Мы обращаемся здесь не в 2 часа дня, сегодня для молодых в поле. В преддверии Всемирного дня безопасности пациентов, который проходит 17 сентября, мы приглашаем вас поучаствовать в интерактивной встрече, лозунгом которой является «Культура безопасности – ответственность каждого». Сегодня с утра вам раздали небольшие бумажные сердечки разных цветов. Голубые, желтые, красные, которые говорят не только о нашей заботе и любви к вам, но и несут смысловую нагрузку. Что это за сердца и для чего они, вам расскажет исполняющий обязанности заместитель начальника санатория по лечебной работе Гринь Александр Михайлович. Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня отмечается Международный день безопасности пациентов. И в связи с этим мы решили провести небольшой такой конкурс, флешмоб, как хотите называйте, о безопасности, о том, что такое средства индивидуальной защиты, зачем они нужны и что, собственно, это дает. Ну, вкратце вам скажу сразу, что если у нас есть два человека, один из которых заражен, в данном случае COVID-19, либо другие, любой другой респираторной инфекцией, и один не заражен, но без маски, вероятность заражения второго составляет примерно 70%. Если оба человека в маске находятся, один из них заражен, то это 1.5%. Если у нас не зараженный в маске, это зараженный без маски, это порядка 5%. То есть, ну, понимаете, разница в разы. Поэтому у нас конкурсанты разделились на следующие категории. Те, у кого сердечко голубое. Это у нас самые ответственные, пьющиеся о своем здоровье люди, пьющиеся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Вторая категория – это люди, которым известно о безопасности, да, желтые сердечки, которым известно о требованиях безопасности, которых пекутся о здоровье своих близких, но, может быть, где-то что-то пока не знают об этом. И самые смелые, самые отважные у нас наши отдыхающие, это люди, ну, абсолютно бесстрашные, которые не боятся заболеть. И вот, значит, за их смелость, отвагу мы решили поощрить их специальным призом от санатория Пирогова и вручить им небольшие подарки. Пожалуйста, у кого красные сердечки, поднимайте руки. Вам подойдут, вручат вам подарочек. Подарок этот нужен для того, чтобы вы смогли продолжать быть смелой безопасной. Тем не менее, машина была немного безопаснее. Пользуйтесь, пожалуйста, нашим подарочком. Вот. И надеюсь, что все вы будете здоровыми. Не заразитесь новой коронавирусной инфекцией. И всегда будете соблюдать требования личной гигиены и безопасности. А теперь давайте вспомним еще об одной простой, но важной мере профилактики в целях вашей безопасности. Это мытье рук. Помоем руки вместе. Thank you.
зовут Найденова Искрина. Мы приехали из Москвы. Мы проходим реабилитацию вместе с супругом, ну и дочкой вместе с нами, после ковида. Нам все очень нравится. Мы первый раз отдыхаем в санатории именно с лечением. Для нас это ново, очень интересно, очень много процедур, действительно, от которых нам становится легче, и это очень здорово.